с 3 по 9 ноября с 10.00 до 19.00 по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в Титов-Арена пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». На ярмарочной площадке посетители также смогут приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, изделия народных промыслов и многое другое. Православный проект «От покаяния к воскресению России» дает посетителям возможность в непринужденной, свободной обстановке познакомиться с православием, осуществить особое путешествие по святым местам, помолиться у чтимых святынь, получить наставление и утешение священнослужителей, ответы на вопросы веры. Становится местом для общения. Адрес: Барнаул, Социалистический проспект, 93.